Найди врага себе подстать, носорог! Нет врагов мне подстать, паук! А нельзя все решить разговором? Человек-паук. Здравствуйте, орлы! Всем привет! Мы продолжаем играть драконить паука. И я не знаю, раздраконили вы уже кнопку подписки или нет, но если еще нет, а если уже да, то можно подписаться на меня в ВК, чтобы не пропускать всякие посты, потому что я там публикую инфо и так далее и тому подобное. И вообще просто надо подписаться по ссылке в описании. Ты молодчина, Майлз. Оставайся в пире. Если преступники впадут в отчаяние, они могут напасть на прилив. Ага. Я и сам подумал. Если здесь что-то еще произойдет, я дам тебе знать. Супер. Спасибо, Майлз. Не за что. Человек-пук. Так, хорошо. Сильный удар. Найти носорог. Наконец-то. Юрий, я понял. Носорог нападает на центр помощи Оскорб. Думаю, я знаю его следующую цель. Сообщают о каких-то масштабных разрушениях в Гарлемском центре. Похоже, это он. Направляюсь туда. Ты в порядке? Устал, да, но еще держусь. Мы со всем справимся. Верь в это. Верю, верю, справимся. Черт, чуть не забыл. Новая серия, новый костюм. А этот костюм был неплох, но, знаете, поднадоел как-то очень быстро мне. Белый костюм Человек-паук 2099. Это почти как 2018 с восклицательным знаком. Отбрасывающий удар, сфокусированная волна, подбрасывающая врагов в воздух при каждой атаке. Серьезно? Ну, попробуем, испытаем, как это работает. Сейчас, я думаю, найдем каких-нибудь засранцев преступнических и вмажем им люля. Кебаб. Так, чем можно заняться? По дороге. Ой, тут по дороге столько всего. Давайте с масочниками подеремся, а то мы с ними так давно не баловались. Можно за дроном полетать для разнообразия. Ну, чисто, чтобы открыть костюмчики. С масочниками подерусь на видео, с дрона половлю без видео. Просто я понимаю, наверное, кто-то скажет, не, Евген, ладно, все делай на видео. Не хочу, потому что мы это уже видели, а я как бы не хочу, чтобы у нас в видео были повторы одного и того же, собственно. Угу. Хочется что-то новое. А в этих штабах постоянно герои говорят что-то новое и... О, Джон. Все больше слушателей обеспокоены тем, что агенты Соболя, призванные мэром для нашей защиты, ведут себя как армия захватчиков. Давайте послушаем звонок. Говорите. Меня не пустили в дом. Сказали, он под карантином. Я ответил, я войду и не буду выходить. А они ткнули в меня оружием. Мне некуда идти. Вы правы, это кошмарная история. Я обещаю вам привлечь к ней внимание властей. Чрезвычайное положение не отменяет прав человека. Может, избранные вами чиновники и не готовы драться за вас, но Джей Джона Джеймсон готов. Я удивлен, что пока ни одного задания по типу «убей преступников» мы не нашли. То есть я тут полгорода вообще-то уже пролетел, алло. 10-51. Беглые заключенные устроили беспорядки на дорогах. Нужна поддержка в Йорквилле. Иду. Вы добились или просто тупые? Тебя пристрелить, хе-хе. Все, тормоза. А другая машина тем временем уходит. Или? А, они остановились, чуваки. Ну, как я понимаю, огород. Не своих. Я тут силу использовать не буду, тут их мало. Когда нужно, днем с огнем не сыщешь, а когда нет, так они повсюду. Это, кстати, да. У меня как такое было, что у меня то ли телефон был разряжен, то ли тогда еще не были популярны всякие приложения по вызову такси. Мне надо было уехать, а ни одного такси рядом не было вообще. И это, конечно, жопа, когда такое происходит. Это, конечно, печально. Сейчас, как бы, есть приложение, все нормально. Пауэрбанки, а тогда это было все в новинку. Может им открыть тюремные курсы вождения? Может быть, посмотрим. Что же, Евген сейчас будет дрончиков ловить. А потом масочников, потому что Евген любит ловить масочки. Очень странно вообще видеть здесь масочников. Интересно, мы с Лито подеремся в конце-то концов, или же уже как бы все. Я поднял два жетона, но идеал был близко, как сказал Павук. Так, о, так, у нас рядом другое, другой полигон масочников. Ну, пойдем его раздербаним, там, чё уж там. Какая разница, по сути, какой полигон дербанить? И то зло. Барабаньки. Ого. Эй, а эта крыша занята? Я пикничок тут хотел устроить. Кто-то против.
Сейчас испытаем новый скилл. Смотри. Опа. О, так, не понял. Я, к сожалению, не успел разогреть. О, вот как он работает. Не, ну прикольно, мне нравится. Разогрев кончился. Начинаем концерт. А где, где вход? А, вот концерт. Что же, я захожу, ребята. Ну что, вперед. Погружение. VR. По адресу. Они даже не пытаются создать прикрытие. Грустно, когда преступники теряют последние стандарты качества. Я поищу информацию. Зачем нафиг прикрытие? Всем уже плевать, все уже все знают. Прикрытие, блин, в городе гражданская война. Прикрытие, зачем-то им оно будет надо. Нафиг уже просто не нужно. Так, как можно по стелсу снять чуваков? Я вам сейчас покажу. Урок стелса от Ебуся, смотри. Понял, да? Минус 2 сразу. Их очень удобно снимать, когда они друг на друга смотрят. Они такие сразу, ой. А что случилось? Я, кажется, стелс-миссии проходил за вот эту миссию бригадира. По стелсу я именно так, кстати, и проходил некоторые. Потом я уже догадался, что можно это липучкой делать, потому что никто не палит, что здесь... Ой, здравствуйте, Человек-паук приехал. Постой, какие здесь зад... Тут не указаны... Блин, минус того, что мы в подвале. Я не вижу какие-то условия исполнения воли, добивающие приемы совершить 10 ударов с раскачки. Так... Чуваки, 10 ударов с раскачкой. Простите, ребят, это не я придумал 10 ударов с раскачкой, это разрабы. Без претензий, чуваки. Ой! Постой, можно так комбинировать? О, нет! Фондовые брокеры! Не сразу понял, что это мазки. Типа фондовые брокеры это демоны, которые воруют твои деньги. Окей, может быть. Чего-то они просто все летают. Нет, вот это классная сила. Как бы я ничего не скажу, но сила огонь. Вот это мне нравится. Ура, новички! Я уверен, вы справитесь куда лучше своих товарищей, которых я разматал. Опаньки. Там зарегистрирован импортер деталей компьютеров. Ха, новую видюку можно украсть? Давно мы начали делать ноутбуки из оружия? Так это арсенал? Да, ненадолго. Сейчас я отплачу им за Джеффа Дэвиса и всех тех, кто погиб в ратуше. О, вспомни Джеффа Дувиса. Доктора Дувиста. Опа. Опа. Нет, не бей меня, мне страшно стало, я сейчас обкакаюсь. Блин, что закричал ряда. Знаю, многие почему-то нервничают, когда я ору. Чуваки, понимаете, эмоции сдержать нельзя. Еще партия, хорошо. Я хотел спросить, что вы делаете, когда хотите. Эмоции вообще. Для меня вообще, это проблема. Вообще делать, сдерживать вредно. Потом происходит стресс. И хочется депрессию. Ай, боль. Страх, страдания. Так, все окей. Большая часть из них есть схвачена. О, у нас же полный запас всего-всего. Прямо в гущу боя. Отбрасывающий удар еще не накопился. Ура, быстрее! Проходите, садитесь, сыграем шарады. Не знаю, откуда у меня такая способность делать серию этих ударов. Я не уверен, но какого-то хрена она у меня есть. Я не помню, когда и как я ее вкачал, ребят. Не спрашивайте, Евген не вспомнит и не знает. Так, для этих нужно два деления. Точно? Точно. Ну, я тебя тогда отделаю. Раз надо два деления. Так, кому тут еще вмазать, а? Кому оттяпать голову? О, привет. Чуваки, здравствуйте. У меня тут такая спецспособность. Интересная. Хотите протестим вместе? Ну, что же. 3 из 3. Ну или 2 из 2, не важно. Я имел 3 из 3, то есть мы выполним сейчас это задание основное, еще под боком зайдем. Все, да, 3 из 3. Полные очки. Прокачка. МДЖ, тут стало намного тише. Надеюсь, ты не перестарался, а? Они сделали ужасные вещи, но ты же не такой.
И вообще нежная пушистая киска. Костюм будущего. Ну, он неплох, конечно, я ничего не хочу сказать. Костюмчик, конечно же, неплохой. Может, поменять его, а? Он мне, знаете, он мне уже поднадоел. Он какой-то скучный. Хотя не, мы только его одели, наверное, как-то рано менять. Давайте, давайте, собственно, отправимся к носу. Не, ну у нас по дороге заданится, давайте еще базочку зачистим. Меня очень радует, что жирных не было. Я терпеть не могу именно жирных бойцов, которые, ну, она не бесячая. Может, их убить тяжело, они месят тебя кулаками. Не, не нравится мне жирные бойцы. Агенты в Манхэттенвилле, нужен отчет об обстановке. Капитан, эти бравые парни из Соболя выгнали жильцов из дома, чтобы самим туда вселиться. А недовольных бросили за решетку. Так, с этим я смогу разобраться. Но мне нужны показания потерпевших. Я вытащу людей из камер и отправлю их в полицию. Вот оно, бесшумно нокаутировать трех с гранатометами. Окей. Сейчас смотрим. А вы так ничего и не поняли. Опаньки, так, кто-то там еще наверху, походу, есть. Так, по-тихому тогда забираемся. Так, никто не видел ничего. Окей, на соседней крыше, значит. О, это же Человек-паук! Никто ничего не видел. Слышите меня? Так, кто-то бежит по району, как ошалевший. Просто как зверюшка. Это вы? Просто не пойму, как будто кто-то тут есть, но то ли на крыше, то ли не на крыше. Просто с крыш я в первую очередь снял этих засранцев, потому что они будут мешать. Там, кстати, двое. Ага, и как быть? Вы внизу что? Я не пойму просто, где один из щеков? У меня еще на ногу что-то село. Наверное, слепень, который мне сейчас кожу с ноги начнет есть. Так, хорошо, нет, пока все идет нормально. Пока все идет сасно. Физрук! Сладких снов. Удар физрука сейчас был. Если вы не видели. Можете пересмотреть. Опа! Ну, с теми, что были наверху, разобрались. Никто не будет обстреливать. Это огромный плюс, кстати говоря. Надо нокаутировать бесшумно с трех чуваков с гранатометами. Как же это... Как это сделать и не попасться? Гайд от паукообразного. Будет бесшумно или нормально? Доброй ночи. Так, кто еще с гранатометом тут есть? Не пойму, у него гранатомет или другое оружие? А, гранатомет. Нормально. Да, да, продолжай. Не храпи. Быстрее. Как, что у тебя там, не расслышал? У тебя пиво бродит в желудке? Так я и понял, в принципе. Так, окей, как с вами быть? Ну я на чеке всегда. Все! Палево! Палево! Ну-ка иди сюда. Хе. Нравится? Нравится, как больно! Чувствуешь боль? Действует способность недолго, это вот единственный минус, что вот я дерусь, и как бы оно, конечно, классно, но оно недолго доработает. Сейчас посмотрим, как быстро кончится моя сила. Мы сверх... Спасу! Промахнулся. Лох! Ну, вы скажете, я с собой как-то грубо обращаюсь, грубо высказался о себе. Уханулся, ведь правда. То правда, то не оскорбление. Хотя... Ладно, я сам себе врежу. Нет, иногда правда тоже может быть оскорбительной, и в таких случаях лучше... Понимаете, я за то, чтобы все-таки быть корректным, больше, чем правдивым. Потому что правда это хорошо, но корректность это тоже важно. Это героическая музыка. Ужасно метнул. Что он сделал? Что он? А ты, блядь, у тебя глаз нет? Что ты не видишь, что он сделал? Эй, больно, огрел меня по голове, чувак. Лови бомбу. Лови еще. Лови бомбу. Понравилось? Больно ведь! Чего?
Так. А еще одно можно сейчас задушить максимально жестко. Ай, боль! Еще? Вы понимаете, что в городе есть настоящие преступники? Так как нам быть? Левитационная матрица. Всем летать! Человек-паук, твои подозрения подтвердились. Выселены из квартир люди теперь в приютах или на улице. Я знаю, что такое остаться без крова. Хорошо, что эти агенты Соболя носят бронежилет. Потому что я что-то разозлился. Ха! Да классно, как каждый твой удар наносит вот такой урон. Это мне, а это они мне говорят, твою мать, паук, держи от нас дистанцию, маленький сученыш. Агенты Соболя, помогите, на меня напали агенты Соболя. Так, секундочку. Рофл от паука, не смешной. К сожалению. Лови! Так, как бы еще можно себе помочь? Кто арестован? Я Человек-паук. Хрен там паук. Потерял свою палочку, да? Нет палочки. Ну и что ты теперь без своей палки будешь делать? Без своей бум-палки, а? Падай. Так, надо с гранатометом чуваков усмирить. Усмирил. Граната пошла. Лови. Не, ну а чувак, ты потерял. Я тебя обратно возвращаю. Подкрепление? Я знаю, граната дорого стоит. Слушайте, столько личной охраны никому не нужно. Лови. Чего они не теряют щит? Пошла граната! Чья? Твоя граната? Лови свою гранату обратно. Вот оно. То есть в итоге мы, по сути, можем всегда нанести два удара. Ну, вот, собственно, мои два удара. Законные. И еще один мой законный удар. Опа. Ай, боль! Страшно и больно. Меня на землю зачем? Я сейчас тебя подниму на небеса. Опаньки, готово. Ну теперь можно идти за Скорпионом. Что-то я долго тактик проводился. Наемников. Да. Что же, ребят, как видите, Евген получил даже достижение. Капитан, задержанные люди отправились по домам. Хорошо. А я убедила людей мэра, что выселение избирателей на улицу плохо скажется на рейтинге. Так что такие выходки не повторятся. Ну, что-то ты долго их убеждал, а я ничего не хочу сказать. Там туда. Хорошие новости, Человек-паук. Мэр наконец приструнил Соболь Интернешнл. Больше никаких арестов жителей города без ордера. Наверное, они поняли, что рейтинги падают. Чистая победа на этом фронте. Ну, не совсем. Рядовые агенты Соболя винят тебя в том, что их лишили кормушки. Теперь они будут охотиться на тебя еще усердней и яростней. Я бы удивился, если бы сезон охоты на меня вдруг закрылся. Пусть попробуют, я готов. Паучок привык. Так, окей, я правильно пришел? По адресу или еще нет? Да, по адресу. Чуть-чуть не хватит. Интересно, если бы она со мной говорила, и я бы тут оказался. Посмотрим. Наконец-то, Real Talk. Носорог. Драться только с ним. Уже в супер броне. Найди врага себе подстать, носорог! Нет врагов мне подстать, паук. А нельзя все решить разговором. Носорог, почему ты в команде? Я думал, ты одиночка. Не знаю, есть ли смысл в отбрасывающем ударе? Может мне что-то другое вкачать? Например, низкая гравитация, бросать путь на пути врагов, усиленный электромагнитный импульс, оглушающих врагов и их оружие. Поражая сокрушительная волна. Я даже не знаю, не оставил. Цели и средства, паук. Вся жизнь — это цели и средства. Ха-ха.
какая так цель у этих конкретных средств? Свобода! Настоящая! Конец костюму! Конец носорогу! Черт, а из меня не получается подставить его под эти штуки. Постой, так, труба, вставай по трубе. Опа! Ну как тебе такое, Арина? Такой заметный. Радуйся, Паук. Без костюма я буду тебе не так опасен. Да, я понимаю, что без костюма мне неинтересно. Вот что случайно в тебя врезался Ирина Гуниозис. Пертази, чувак, Рина, иди сюда. А как же наши увлекательные беседы? Малыш, ты смешной. Мне почти жаль, что нужно разбить тебе машину. Твою мать, способность активировался свой час. Я даже Рину ударить только не успел, это просто длинное время активации. Так, Рину! Иди сюда! Тут, кстати, упрощенка в том плане, что оно замедляется, когда так, ты носорог, тянешь на него штуку. Давай закончим! Вот черт возьми! Как будто сумой пьет. Восьмитонный малыш не справится со взрослым делом. А я справлюсь. Ты прелесть, Скорб! Но лезть в чужую рату, грубо! А что бы ты делал, если бы я не пришел? Умолял его сдаться? О, вы прям как пожилые супруги. Где он? Будем драться со скорпионом в первую очередь, потому что эта тварь будет меня бесить 100%, плевать в меня говно. Ну, с ним как-то попроще. Улетчики, играю, идиот! Помоги мне! Вы с Октавиусом как? Уже выбрали название? Жуткая шестерка? Грязная шестерка? Шестерка, которая убила человека-паука и сделала из него одеяло. Каркан, так сеть, не позорься! Черт, Азия, я помню жуткую шестерку из мультика 90-х. По-моему, она реально называлась жуткая шестерка. Это отсылка. Причем хорошо приведенная отсылка. Может быть, они просто угадали с переводом. Скорее всего, может, там Хардимир. Ну или они просто с комикса взяли. ХЗ. Эй, его идиот! Парни, не надо! Я сам раздавлю букашку. Чувак, эй, ты своего друга чуть камнем не кинулся, мужик. Это пиздец настоящий. Ну как-то, о! Мы можем остановиться прямо сейчас, я никому не скажу. Да, и оставить твой череп целым. А как же веселье? Оп, ой. Это сейчас было печально. Чувак, иди сюда. Я покажу тебе, ты что иди такое сюда. Настоящий удар. Спасибо. Твоя ай, блин! Да сюда идешь, с магнитом тебя кину. Носорог оглушен. Теперь можно бить. Да я понимаю, что дуэт нельзя. Разве ты не посещал уроки поэзии на плоту? В качестве терапии. Знаешь, что сделает Октавиус, если узнает о твоем провале? Моем провале? Да, твоем, урод! Время, проведенное вместе, поможет вам поладить. Вот как надо. Немало ли охран? Так, Юрий, четверо готовы. Остались Октавиус и Ли. Кажется, с ними будет тяжело. Но они лишь половина проблемы. Дыхание дьявола распространяется, а про сыворотку Аскорб молчит. Боюсь, что они хотят на ней навариться. От любимого мэра другого и не ждешь. Дыханием дьявола займется самое лучшее.
Так, ясно. Ну, это скорее всего. То есть нас ждет мистер Негатив и... Ну, я пока отправлюсь сюда, потому что заняться, ну, в принципе, больше нечем. Вообще, в Гарлеме с преступностью, ну, все пиздец, конечно, но зато у нас осталось два последних цеха. А все остальное, кстати, как? Ну, весь город зачищен, считай, кроме... Пойди... А, нет, не весь. Вот здесь еще не зачищен. Ну, ладно. Эй, Пит. Я проверила все базы данных. Mm-hmm. Если лаборатория дыхания дьявола и существует, то нелегально. Только еще в одном месте можно посмотреть. В личных файлах Нормана. Ну что, опять в башню? Его рабочий компьютер уже проверен. Может, нужно посмотреть в пентхаусе? В здании куча соболей. Если они заметят меня, в перестрелке могут пострадать жильцы. Знаю, но я могу проникнуть туда незаметно. Войти, узнать, где лаборатория и выйти. Если что-то пойдет не так, я позову тебя на помощь. Ладно. Риск большой, но эта информация нам нужна. Дождись меня, а потом начинай. Буду готова. Ну, а тем временем, ребята, давайте займемся базой. Просто по дороге. Юрий, сбежавшие заключенные захватили целую улицу. Нам уже звонят перепуганные жильцы, запертые в домах. Скажи им, чтобы не выходили. Надо провести уборку улицы. Скажите им, что паук-уборщик уже убирает. Сюрприз. В улице. Эдки, ах, черт, это же паук. Сбрось врагов в создание. С моими новыми способностями нефиг делать, слушай. Осталось еще несколько. Ребята, в парме будете ходить или это? Или что вообще? Смотри. Пора взглянуть. Как он не заметил? Или не услышал? Или все вместе, блин? Не, чуваки палят, 100%. Они там уже сидят такие, черт, что-то происходит. Я помогу тебе с этим. Да, я хочу умереть, ребята. А умирать лучше с друзьями. Ну, с вами тут. Он не должен победить. Вот это было весело. Как они мост успели построить? Только открылась вакансия, и тут же все ломанулись. Вот, видите, все. Сколько народу. Идеальная способность, чтобы выталкивать их с крыши, чуваки. Изи. Ребята, а вы на этой крыше или где? А, на уровне ниже. Че, у вас тут прям многоуровневое жилье. Трехэтажное, все как по урбанистике. Просто как бы малоэтажная застройка, она же лучше. Вот ребята, видите, практикуют в крупноэтажном доме малоэтажную застройку. Ребята, это ни к чему, я и так напуган до смерти. Ага, конечно. Я прям обсираюсь, ребята, зачем вас так много-то? Человек-паук, жители квартала сообщили, что преступники попытались ворваться в их дома. Я так и понял. Хотят захватить квартал. На улице без заложников. Нам с ними будет проще справиться. Я разберусь. До связи. Так если что, мне нужны мои панки, друзья. Я возьму обычную паутину, замотаю, но вот и нифиг этим не скрышу. Ага, вот и подмога. Так, хорошо, вы тогда будете у меня на подпевке. Черт, один. Помогите мне! Да, чувак, улетай с крыши. Осторожно! Ты серию из 50 приемов, черт, ну это сейчас надо будет постараться. Приготовься! А, ну все, уже сфейл. Изи фейл. Ну что-то посерьезнее. Это мой новый паукоприбор. Привет, ребята! Рад вас видеть! У нас нет подлоги или подкреплений. Все мы просто люди. Хопа! Хопа! Опа! Вот это меня... Вот такое меня прям заходит. Слушай. Даже жирик получает. Надо
подлежать! Он побеждает! Ай, да, да как? Все ж хорошо же! Ай-ой-ой-ой-ой-ой! Раньше бы крутил изи комбича, а сейчас что-то еле кручу. Ай, боль! Так, чтобы не уклоняться, нужно уже начать закидывать их дерьмо. Улетай с крыши! Победа! Мы сделали это, ребят, мы победили. Хотя тут две цели еще отмечены, но это, видимо, на земле. Капитан, квартал свободен. Все парни в оранжевом готовы вернуться в тюрьму. Отличная работа. Если бы они забрались в жилые дома, нам пришлось бы туго. Это да. Ну что ж, победа осталась за нами. Что еще у нас тут есть? А, основное задание, которое здесь где-то рядом должно быть. Вода. Ну, идем на него. Ну, только если по дороге не встретим ограбление. Как-то бывает, что то ограблений много, то их мало. Мне кажется, игра, ну, не всегда понимает, как их нужно давать. Хотя обычно, когда занимаешься ограблениями, она дает их больше и больше. То есть там происходит какой-то бандитизм, она такая, ой, еще задание, ой, еще задание. Хотя тут они не процедурно генерируемые, они идут по районам. То есть определенные бандитские задания, и они могут просто тебе, может, повезти на них наткнуться. А, победить заключенных. Вот, например. Вот, например, ребят. То есть идешь ты по городу, задание победить заключенных. И ты такой, окей. Я тронут ваши заботы о друзьях. Откуда знаешь, что эти парни больные? Я прослежу, чтобы вас посадили в один блок. Ой, боль! Ловись, рыбка! Даже жирного берет эта хрень. Понимаете, даже жирного. Добить его! Я что, 400 раз уже всех добил? Это... Есть чем гордиться. Берегись! Я почему обычная паутина? Электропаутина! Так, ладно. Мы попытаемся выполнить доп. Задание. Turn it, baby, right train. К сожалению, не получилось. Я помогу! Чувак, сейчас, не ори, не помогай. Йо, паук тебя спас. И ведь нет ничего зазорного, что тебя обнял мужик. Беда. К сожалению, не совсем выполнили, но более-менее справились. Вы в безопасности, но стоит показаться врачу. Так, встретиться с МДЖ в пентхаусе Нурмана Изборна. Окей, попробуем. Так, никто тут больше не... Оу, стреляют снайперы. Так, МДЖ, я в паре кварталов. Будет нужна помощь, зови. Что ж, геймплей за МДЖ, чувствую, начинается. Ну да, это было бы интереснее, чем если паук проберется. Для паука-то это будет тяжело, а она как журналист, и сейчас начнется. Спасибо. Пожелай мне удачи. А удачу я пожелаю в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. С вами был Ген. Просто я думаю, тут ну, логически нужно сделать перерыв и продолжить в следующей серии, потому что логически после боссфайта это уже как немножко другая часть игры. Всем спасибо за просмотр. Пью за вас. Пока.